Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня собираюсь вам показать очень простой, но очень вкусный соус. Соус к мясу. У нас зима, очень сильные ветра на нашей горе. Слышите, как он завывает в трубе? Я боюсь, что справиться на постпродакшене с таким безобразием не удастся, поэтому заранее прошу прощения. Итак, так как просто на соус вам смотреть будет наверняка скучно, то я решил подавать его к утиной грудке. Она быстро жарится, она симпатичная, выглядит, она просто вкусна. Она стоит, конечно, дорого, зараза. Но, с другой стороны, тут вроде как оправдание. Это я не для своего пуза покупаю, а для шоу. Соус, как я уже сказал, простецкий. Понадобится мед, горчица острая, апельсины. А на гарнир грудки я собрался подать запеченную картошку. Ей дольше всего готовится, поэтому сразу включу духовку. Верхний и нижний нагрев 200 градусов. А чтобы запекалась она быстрее, все-таки ее нарежу. Не до конца, просто насеку примерно на 3/4 глубины и нормально будет. Нет-нет, да и забегают на канал любители поныть в духе. Для кого этот рецепт? Это в Испании можно грудки покупать утиные, а в России она золотая. Специально для таких показываю. Смотрите. Не распечатывал. 19 евро за килограмм без 10 центов. Для сравнения, кусман свинины, отличной свинины, можно взять за 4-5 евро за кило. Следующий опыт таких персонажей. А ты зарплаты сравни сначала. Ну, сравните. По данным 2016 года, кстати, в 2017 незначительно снизили зарплаты. Так вот, по данным 2016 года, средняя зарплата такого персонала, как официанты, продавцы, секретари, 700 евро, 1000 евро в месяц. Врачи уровня такого участкового терапевта до 1500 в месяц. Строители 800-1200 в месяц. Конечно, там бухгалтеры, финансисты, юристы уровня замгенерального компании там до 3000 может быть в месяц. Руководители предприятий частных фирм там 4000 в месяц, 4,5 даже. При этом госмедицина неплоха, но очередь к специалисту, например, по УЗИ в 2 месяца – это нормально. А если хочешь нормального медобслуживания, то оплачивай частную страховку на уровне 600-800, 1500 в год. При этом без топлива, а без машин-то здесь никуда, евро 10 центов, даже 12 уже сейчас за литр. Трешку снять в какой-нибудь дыре, ну в городишке с населением 4-5 тысяч человек, 300 евро в месяц вынь да положь. Короче, хватит уже кивать за границу. Если человек за свою жизнь научился только бухать да метлой махать, то он что... в своем Мухосранске, что в Саудовской Аравии будет бомж пакета жевать. А если специалист хороший, грамотный, нормальный, то он что в Жмеринке, что в Мадриде будет как сыр в масле кататься. Это что я вам рассказываю, сами все прекрасно понимаете. Чтобы картошка была повкуснее, полью ее ароматным маслом. Я его показывал уже в ролике с бутерами. Тут свежий базилик, чеснок, щепотка соли и оливковое масло. Extra virgin. Провернул в блендере и храню в холодильнике. Сколько оно хранится, может, не знаю. Оно у нас такой популярностью пользуется, что в день по полстакана уходит. Операторы просто с хлебом все сметают. Ладно, уберу картошку в духовку. Пусть запекается. И грудку тоже можно отправить на сковородку. Шкуркой вниз, на холодную. И включаю нагрев, средний. А вот верхнюю часть надо посолить и приправить черным перцем. Сейчас жир начнет медленно вытапливаться, а шкурка зарумяниваться. А я тем временем займусь соусом. Апельсиновый сок надо выдавить. Лень камеру представлять, поэтому воспользуюсь насадкой к кухонному комбайну, не устанавливая конструкцию в него. А можно и просто вилкой вооружившись, добиться примерно того же самого результата. Отлично. Сок в кастрюльку. Нагрев включить средний. Сразу же 3 чайных ложки острой горчицы. И пару чайных ложек меда. И размешать. Как вы прекрасно понимаете, соотношение, которое я называю, очень приблизительное, потому что и сок апельсиновый может быть как очень сладким, так и скорее кислым, так и горчица тоже разная по остроте бывает. О, закипело. Убавляю огонь и пусть варится. Пусть выкипает, пусть вкус концентрируется. Огонь ниже среднего. До вкуса нужно будет доводить непосредственно перед подачей.
Если вам остроты горчицы покажется недостаточно, можно и красного острого перца добавить. Но не переборщите. Смотрите, шкурка уже зарумянилась, лишний жир выпился. Можно переворачивать. Пусть теперь на этой стороне жарится. Вот этот жир я не выбрасываю. Собираю его, фильтровываю через бумажную салфетку и храню в холодильнике. На его основе получается такое вкусное тесто для беляша. Если кто-то пропустил, на канале есть ролик, вот здесь вот, обалденнейший татарский пирог, просто вот. А вот на таком жиру, на утином или на гусином, просто бомба. Обязательно приготовьте. Для красоты надо еще пару тостов организовать с ароматным маслом. Базиликово-чесночным, я имею в виду. Правлю эту парочку ломтиков картошки. Минуты за 2-3 они будут готовы. У меня перерыв, а у вас аэроэкскурсия. И вот теперь, наконец-таки, уже можно показать соус. Для красивой подачи надо, конечно, показывать на румяной грудке. Но, смотрите, он пока еще немножко жидковат. Можно оставить и так, если кому-то нравится, но я хочу немножко загустить. Поэтому буквально пол чайной ложки муки и размешать. Лучше, наверное, даже венчиком. Все, отлично. Смотрите, какая густота. То, что надо. Он отлично подойдет практически к любому жареному мясу. Нарежу ломтиками. Что касается степени прожарки. В дорогих кольцованных ресторанах грудку зачастую даже продают с кровью. Мне больше по душе прожарка вот такая. Когда остается розовый сок. Вот. Вот это вот самое классное состояние, сочное. И вот так вот это оранжевое чудо. Пора снимать пробу. Конечно же, сначала кусочек утиной грудки с соусом. Тут нечего говорить. Утиная грудка, в принципе, хороша сама по себе, если ее не пересушивать. А я ее не пересушил, как вы видели. А за счет вот этой толстой шкурки с толстым слоем жира, несмотря на то, что сама по себе грудка без этого жира, если его снять, оно сухое мясо, то вот за счет вот этого жира, и она еще готовилась в достаточно большом его количестве, она вызывает ощущение чрезмерной жирности. И вот этот вот соус острый, медово-горчичный, с яркой апельсиновой нотой, очень хорошо это дело оттеняет. Этому соусу можно придать еще больше яркость, если, например, натереть цедры. Хотя нет, лучше не натирать, конечно, потому что она будет тогда хлопьями там висеть, а если цедру аккуратненько снять лентами, проварить в этом соусе, а потом удалить. Будет классно. Добавить, опять же, больше горчицы, добавить, например, больше остроты, тогда он будет более острый, нежели более сладкий, медовый. Короче, это очень классная основа для различных фантазий. Ну и, конечно же, вот это вот замечательное масло, которое я вам уже показывал, как говорил, базиликово чесночное, оно к печеной картошке изумительно. Да, ну вообще, в принципе, это масло хорошо к любому крахмалистому, крахмалистой еде. Допустим, просто с пастой, ну, с каким-то разновидностью макарон, с картошкой. Замечательно. Если к этому маслу добавить побольше черных оливок, также перемолотить все в блендере, вы получите топинаду. А добавить орешков кедровых, ну, липинии, получите песто. Представляете себе вкус, да? Я заболтался, позвольте уже картошечки. Красота. У меня это масло с достаточным количеством соли. Если вы готовите с меньшим количеством соли, в расчете на то, что вы будете подавать его к макаронам, тогда, конечно, картошку отдельно нужно досаливать.
Просто сказка. Просто песня. Ну и все это я заем вот этим вот тостиком хрустящим. Да? Хрустящим? Очень хрустящим. Очень базиличным. Очень чесночным, масляным. О, сказка. Соус прекрасен. Масло прекрасно. День прекрасен. Ветер ужасен. Огромное спасибо вам за компанию. Спасибо спонсору Самури за предоставленную спонсорскую поддержку и за ножи. Благодаря этой спонсорской поддержке, в том числе, я могу себе позволить эти утиные грудки. Вам огромное спасибо за лайки, за дизлайки, за активность на канале. Спасибо, что вообще вы есть. И творите на кухне. Всем пока!